Поздравляем соперника Жальгириса с этой победой, заслуженной победой. Я вам говорю, что для меня самое главное, то, что сказали с ребятами у раздевалки сейчас, да, к сожалению, болельщики Жальгириса не видели эту команду, которая выиграла два раза на въезду команду Спартака и Санкт-Петербурга. У нас не было сегодня этого характера, этого мужества, такое было нужно на сегодняшней игре. Сама ситуация и момент важный, то, когда посмотрите потери, кое, конечно, было и у нашего соперника, и просто соперник всю эту игру, даже вторую половину, мы смо били рядом, могли зацепиться, но, к сожалению, из-за этого нехватания характера мы это просто не успели. Надеюсь, да завтра выйдем в совсем другое настроение, обстановки и покажем это, что нас довело до сегодняшней встречи с этим соперником. Visų pirma, sveikinu Žalgirį su pelnyta pergalė. Pirmas dalykas, ką treneris sakė savo komandai Rūbinėje, kad šiandien labai gaila, kad šiandien Žalgirio areną susirinkę Žalgirio sirgaliai nepamatė tos komandos, kuri du kartus išvykoje sugebėjo įveikti Sankt Peterburgo Spartaką. Tiesiog Nižnij Novgorodo komandai šiandien trūko užsidegimo, ji neparodė savo įprasto charakterio. Labai svarbu, žvelgiant į statistiką, tai yra klaidų skaičius, nes antroje pusėje buvo momentų, kai buvo galima kabintis į rungtynes, tačiau dėl klaidų to padaryti nepavyko. Dabar svarbiausia, kad rytoj komanda išeitų žaisti su visai kitokia nuotaika ir kitokiu charakteriu.